Привет, с вами Видеодоска, меня зовут Вадим, а за этой дверью наш шедевр, наша разработка. Полноценная видеостудия для онлайн-обучения, записи стримов, вебинаров и прямых эфиров. И располагается она на площади всего 10 квадратных метров. Давайте посмотрим. И несмотря на размеры этой студии, здесь есть все для полноценной записи вашего видео. А именно, во-первых, это прозрачная доска с RGB-подсветкой по периметру. Благодаря этой доске вы максимально легко и быстро донесете всю необходимую информацию до ваших слушателей. Прозрачная доска комплектуется вот таким пультом. Помимо того, что вы можете включить доску, вы можете уменьшить яркость того, что вы написали, увеличить яркость. И есть много-много режимов отображения, которые придают мерцание. Их много вариантов, не будем листать, давай сделаем так, чтобы вам было все видно хорошо. И есть кружочек, где отображены все возможные цвета, в которые можно окрасить то, что вы написали. Вводим пальцем, и цвета меняются. Какие-то лучше видно, какие-то хуже. Это уже зависит именно от фона, который находится за вами. Давайте оставим голубенький, мне нравится. Доска здесь 100 на 150 сантиметров. Как мы видим по периметру, есть подсветка спикера. Это для равномерного освещения лица. Далее для качественного освещения спикера устанавливается 4 регулируемых светильника. 3 наверху направлены на спикера и сзади один контровой. Также неотъемлемая часть студии – это видеокамера, которая записывает и выводит видео в формате Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Камера идет в комплекте вот с таким вот пультом управления, чтобы вам было удобно ею управлять. Готовое изображение, которое получается уже на выходе, спикер может видеть на мониторе. Это удобно. И один или два монитора могут располагаться еще по бокам доски. Для удобства спикера монитор, который располагается рядом с ним, является сенсором. Вы можете точно так же для своей работы пользоваться операционной системой или делать какие-то настройки, например, по цветокоррекции уже в самой программе. Прямо во время съемок. Помимо сенсорного монитора, в комплекте к мини-студии идет еще одно устройство, с помощью которого вы можете управлять процессом съемки. То есть видеокамерой без пульта управления через это устройство. Можете запускать программы на компьютере, чтобы оперативно что-то сделать во время своей съемки. Или открыть презентацию прямо во время съемки. Также вы можете уже с клавиатуры листать вашу презентацию и что-то рассказывать. Учитывая, что монитор сенсорный, вы можете запросто эту презентацию перенести в любой угол, в любое место вашего монитора. По большому счету, это клавиатура, которая состоит из горячих клавиш, на которые вы можете назначать все, что вам необходимо во время выступления. Например, звуки, какие-то эффекты, возможно, гифки, графики, уже подготовленные и так далее. Есть еще одно устройство для максимального упрощения управления презентациями. Это презентер. Здесь всего 5 кнопок. Также мини-студия комплектуется петличным микрофоном Sennheiser, на который мы и пишем весь этот обзор, а также качественное устройство записи звука. Системный блок компьютера удобно расположен, у вас всегда есть к нему доступ, и он вписывается в дизайн вашей мини-студии, что немаловажно. Также мини-студия комплектуется уже такими приятными мелочами, как беспроводная клавиатура, беспроводная мышь и накладные наушники Sennheiser. И наши две клавиатуры, а также мышка с кликером расположены на удобном столике для ноутбука. Мини-студия комплектуется двумя фонами черного цвета из ткани. Ставятся они на специальные стойки. Один фон ставится за спикером, второй ставится за камеру. Стены красятся в черный цвет.
В завершении, это действительно крутая и компактная видеостудия, которая располагается всего на 10 квадратных метрах. Здесь есть все необходимое оборудование для проведения прямых эфиров и записи онлайн-уроков. А вообще мы ждем вас в гости. Приходите и посмотрите эту студию вживую. Вся контактная информация под этим видео. С вами была Видеодоска. До скорых встреч. Пока.